Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале «Обо всем понемногу с Натальей». Сегодня у меня 25 марта, пятница, пересадочный, распикировочный у меня день. Конечно, я все не успею за день. Вот у меня на очереди вот такой красавец, у меня обзора давно уже не было, гипоэстес. Сейчас, конечно, когда я снимаю видео, небольшое отступление, я не могу увидеть, отсвечивает лампа или нет. У меня вот с этой стороны, вот здесь вот на окне стоит фитолампа, красным таким светит. Может быть, что-то, если есть, приношу свои извинения. Ну, так как я весь день сегодня рассаживаю, конечно, на весь день не могу отключить эту лампу, потому что у нас очень пасмурно, метели, несмотря на то, что весна, вроде как целый месяц весны. Так что заранее приношу свои извинения. Ну, смотрите, вот сейчас даже вот вижу, отсвечивает, какой я загородила, какой красивый, пестрые листья. Его можно выращивать и как комнатное растение, и как в какой-то композиции, в кашпо на улице. То есть, если, допустим, в кашпо посадить, по низу пустить, вот здесь вот по низу пустить какую-нибудь зеленушечку, дихондру, лабелю. Ну, космос будет красиво просто. У меня взошло из 3 семян 3 штучки. Им, конечно, здесь уже совсем плохо. Сейчас подождите, вот корешки вот так вот отсвечивает, видно, поэтому я занимаюсь. Грунт у меня здесь это огородный 50%, 50% у меня здесь покупная хорошая такая воздушная земля с большим количеством перегноя. Не вижу смысла добавлять сейчас свой перегной на стадии пикировки. В прошлом году везде добавляла. Но так как я везде еще добавляю и потом подкармливаю дополнительно цветочные культуры, поэтому вот когда в кашпо уже буду пересаживать, тогда туда и буду. У меня его не так много, буду экономить. Заранее за кадром я оставила, рассыпала грунт в 200-граммовые стаканчики, подписала гипоэстес. Вот у меня 3 корешка, 3 стаканчика. Еще хотела показать, были вопросы. Вот так выглядит маркер, paint маркер. Он около 180-190 рублей его покупала. Это вот так он стучит там. Это именно краска. То есть, когда это не корректор, не маркер в таком понимании, в котором другие маркеры. Когда им пишешь, прям краской такой, эмалью запах. Ну вот, вроде организационные моменты все рассказала. А сейчас у меня обминка. Поближе подставлю. Потому что я вообще это все делаю просто. В тазике. Вот так вот. Пока я делаю обминку, уточнение я хотела бы сделать. Еще раз напомнить, что я обычный человек, не агроном, огородник-любитель. Вот видите, какая корневая система хорошая. Абсолютно никого не призываю делать, как я. Тем более, как вот мне писали, не преподаю уроки земледелия, дорогие мои. Вот просто показываю, как делаю я. А вы уже сами решаете, надо вам так делать или же сделаете вы по-своему. Если подчерпнете какую-то информацию, вот так вот разделяю, все хорошо разделяется. Для себя какую-то информацию подчерпнете, я буду рада. Мне будет приятно, что кому-то тоже это пригодилось. Поэтому давайте как-то дружнее быть, терпимее, лояльнее относиться друг к другу. Столько же много всяких научных каналов, где можно подчерпнуть. А я на это не претендую. Ну вот, пока я с вами разговаривала, я уже его... Конечно, он наклонился, это нормально. Сейчас я подсыплю земельки, чтобы его выровнять. В дальнейшем, для чего выровнять? Чтобы просто потом стебель основной у него не искривился. Просто придавила пальчиками. Вот видите, все застабилизировала. Беру я с принцовочкой работаю. Мне удобно. Слегка полью, сильно не надо заливать водой, грунт у меня влажный, вот видите, в комочек собирается, поэтому без фанатизма, зачем заливать водой, водянку только вот эту, оэдему, так называемую болезнь, которая оказывается и цветы тоже болеют, пупырышки вот эти на листиках, это не смертельно, от этого растения не погибает, но это просто от залива, все. Смотрите, какой красавец, особенно на черном фоне, опять же закрою, но это просто красота нереальная. Тут нежно-нежно-нежно розовые вкрапления, я просто в него влюбилась. Первый раз его высевала, но до чего ж красивый. Очень хорошо вот так разделяется, сейчас этот третий аккуратненько. Работаю очень нежно, бережно, трепетно. Для меня это новинки, выращенные, как и все. И не новинки, и новинки. Все выращено, конечно.
с моей любовью. Вот сейчас с вами разговариваю, сейчас просто на штативе камеры не могу показать. А у нас опять снег хлопьями. Ну что это за весна? В этом году ни разу такого не было, совсем не хочет к нам весна приходить. За сегодня уже какой раз, не знаю, идет снег. На улице минус 2, но это сейчас утром минус 8-10. Ветер прохладный такой, знаете, пронизывающий. Я так думаю, что в 20-х числах апреля, как в прошлом году, я ничего в теплицу не высажу. Вот так загораживаю. Красотка. Красотка, гипаэст. Или красавец даже, грамотнее будет сказать. Так, здесь у меня маловато грунта, потому что у меня тот последний саженец, он очень маленький. В прошлом году я вот все такие малюськи, я их пикировала сначала в 100-граммовую рюмочку, стаканчик, вот куда я семена высаживала. Вот, а потом уже вот в 200-граммовые. А в этом году я поняла для себя, опять же, никого не призываю, что это мартышкин труд. Вот петунии, да, маленькие, которые малюсенькие, с семидольками, я их буду распикировать сначала в такие рюмочки 100-граммовые. Вот, но нет. А большие сразу вот 200-граммовые, потому что через 2 недели у меня, по крайней мере, может быть, у кого-то дольше, 2 недели проходит, их надо пикировать уже в 200-граммовые стаканчики. А так как у меня объемы немалые, приходится только и пикировать, только успеешь распикировать, уже следующее надо пикировать. И поэтому нет, я считаю, это мартышкин труд. Они осваивают быстро эти маленькие стаканчики. Поэтому не потеряются в 200-граммовом. Ну вот. Какова красота. Сейчас так поближе понесу. На этом мое видео подошло к концу. До новых встреч, до новых видео. Всего вам доброго и хороших вам урожаев.